Привет, привет! Мы продолжаем опять украшать нашу квартиру. Егор и Алиса будут делать вазу с фруктами. Вазу с фруктами. Ну давайте, делайте. И украшать еще декоративную имитацию камина, да, нашего? Так, ну-ка. Что там кто ложит? Яблоко. Что Алиса ложит? Яблоко. Ну-ка покажи, какое яблоко ты ложишь. Молодец. Так, а Егор что ложит? Апельсин. Что тут у нас это получается? Мандарин. Мандарин, правильно, Алиса. Егор не знает название фруктов. А Алиса мандарин. Знает. Ну-ка покажи мандарин. Правильно. Какого цвета мандарин? Оранж, правильно. Так, ну-ка. А это что такое? Не знаю. Это киви. Киви. Какого цвета киви? Коричневый. А по-английски? Какого цвета коричневый по-английски? Браун. Браун, правильно. Киви. Так. Браун. Опять киви. Алиса киви любит у нас, да? Ну, какой красивый получается. Банан. 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 Какого цвета банан? Золотый, yellow. Yellow, правильно. Ты Егору подавай, а Егор будет складывать. Банан. Банан, какого цвета? Желтый, yellow. Молодец, желтый, yellow. Опа. Алиса знает все цвета у нас по-английски. Яблоко. Какого цвета яблоко? Коричневый и желтый. А еще? Эй. А еще? Коричневый, белый, желтый, яблоко. Правильно. А по-моему там еще зеленый есть. Еще зеленый? А зеленый как по-английски, Алиса? Грин. Грин. Правильно. Молодец. Мандарины только. Ну давай мандарины складывай. Один апельсин и все мандарины? Да. Ну, молодцы. Так, что у нас тут получается? Мандарин. Мандарин. Оранж. Здорово. Оранж, да. Нет. Так, сколько у Алисы в руках мандаринов? Два. Два, молодец. Два. Что такое? Что случилось? Ну, все. Так, все. Ну, давайте посмотрим, что вы сделали тут. Ой, красоту какую сделали, да? Ну-ка. Красивое украшение сделали. Блюдо новогоднее из фруктов. Молодцы, Алиса надо с Егором. Надо их считать. Молодцы. Надо их посчитать еще раз. Ну, давайте посчитаем. 11, 12, 18. Ну, что-то ты сбилась уже. После 11-12 идет 13. Ты же хорошо до 20 считаешь. 14. Правильно. 16. 15. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 20. Ну все, ты сбилась со счета. Все, молодцы. Ура, ура. Говорите пока-пока. Бу-бу-бу. Будем дальше продолжать наряжать квартиру. Пока-пока.